проверку. Посеяли редьку из самки обран, чтобы кушать на завтрак ее по утрам, поскольку профессор Иван Костромин заметил, что редька – сплошной витамин. С подсолнечным маслом ее натереть, понюхать, и можно потом умереть. Выросла репка. Абрам и Исаак вытащить репку не могут никак. Оба не в руку здоровы, крепки, берутся за редьку в четыре руки, тянут, потянут, аж кости гудят, а редька в земле ни вперед, ни назад. Перед глазами цветные круги. «Эй, Моня!» — кричат. «Приходи, помоги!» Моня Фельштейн, ого, голова! Моня, что редька, что лес, что дрова, все лишь о чем вы подумать могли, Моня достанет хоть из-под земли. Тоже до редьки по-своему лаком, Моня тотчас за Абрама с Исаком, те же не в руку здоровьем крепки берутся за редьку. Четыре руки тянут, потянут, аж кости гудят, а редька в земле ни вперед, ни назад. Перед глазами цветные круги. «Эй, Маня!» — кричат. «Приходи, помоги!» Маня Гуревич приятно собой. Маня за Моней, как дым за трубой. Строится, будто за редькой в погоне. «Ну-ка, товарищи, Маня за Моню!» Моня опять за Абрама с Исаком. Каждый до редьки по-своему латом. Те же не в руку в четыре руки. Здоровьем крепки берутся за редьку в четыре руки. Тянут, потянут, аж кости гудят. А редька в земле ни вперед, ни назад. Перед глазами цветные круги. «Эй, Фаня!» — кричат. «Приходи, помоги!» Фаня Лапидус добра и полна. В сельском хозяйстве не смыслит она, но редьки попробовать Фаня не прочь. Надо помочь, значит, надо помочь. Строится, будто за редькой в погоню, Фаня за Маню, Маня за Моню, Моня опять за Абрама с Исаком. Каждый до редьки по-своему лаком, те же не в руку здоровьем крепки берутся за редьку, четыре руки тянут, потянут, аж кости гудят, а редька в земле ни вперед, ни назад, перед глазами цветные круги. «Эй, Феня!» кричат, «приходи, помоги!» Феня Рахимова – интеллигент, врач-терапевт, у нее пациент. Прочь, пациенты, а ну его в баню. Ну-ка, товарищи, Феня за Фаню, Фаня за Маню, Маня за Моню. Строится, будто за редькой в погоню, Моня опять за Абрама и Исаком. Перед глазами цветные круги. «Эй, Сеня!» – кричат, «приходи, помоги!» У Сени Шапира живот впереди, но пальца, пардон, ему в рот не клади. И я его даже намеком не раню. Сеня за Феню, Феня за Фаню, Фаня за Маню, Маня за Моню, строится, строится, будто за редкой в погоне, Моня опять за Абрама с Исаком, перед глазами цветные круги. «Эй, Соня!» — кричат, «приходи, помоги!» Соня Болясная, 105 килограмм. Значит, ее не сложить пополам. Скажем спасибо такому везению. Ну-ка, товарищи, Соня за Сеню, и я его даже намеком не раню. Сеня за Феню, Феня за Фаню, Фаня за Маню, Маня за Моню, строится, будто за редькой в погоне. Моня опять за Абрама и Исаком, каждый до редьки по-своему, перед глазами цветные круги. «Эй, Федька!» кричат, «приходи, помоги!» Федька Егоров, огонь, а бандит. Странно, что Федька в тюрьме не сидит. Помощь товарищей Федьке на кой? Федька за редьку берется рукой. Скажем спасибо такому везению. Соня за Сеню, Сеня за Феню, Феня за Паню, Паня за Моню, Фаня за Маню, Маня за Моню, а ну его в баню. Моня опять за Абрама и Исаком, каждый до редьки по-своему лаком. Те же не в руку здоровьем крепки, вмиг опускают четыре руки. Оба с надеждой смотрят на Федьку. Федька напрягся и вытащил редьку. Радости было на весь огород. Славная редька, ликует народ. Я эту редьку попробовал сам. Помнится, масло текло по усам. Это мне накрепко в душу запало. Текло по усам, только в рот не попало.